Да, на каком основании вы ко мне пришли? И кто вот этот человек с камеры, который стоит? Что за человек с камеры стоит? Нет, я не хочу дверь открывать вам, я вас не знаю. Я вам представился. Вы мне представились, да, но я вам дверь открывать не хочу, имею на это полное право. Что вы хотите? От кого? Подождите, от прокуратуры, правильно я понимаю? От прокуратуры, правильно я понимаю? Да, а вы какое отношение к прокуратуре имеете, подождите? Вы участковый, вы работаете в МВД, совершенно в другом ведомстве, правильно? Да, вы со мной согласны, да? На каком основании? Вы что, посыльный? Вы курьер? Нет, ну тогда прокуратура пусть мне присылает по почте. Адрес вы мой знаете, раз вы ко мне пришли. По почте, пожалуйста. По почте. Оставьте почтовым ящик, если вы курьер. Еще раз. Вы из МВД. На каком основании вообще вы какие-то документы прокуратуры мне, какие-то фиговые бумажки ко мне приносите? И вообще, кто это за человек, который стоит с камеры? Сотрудник Центра? А он вообще что здесь делает с прокуратуры приходит? Зачем сотрудник Центра Э приходит здесь и приходит, что кто-то приносит с вами, вы вообще из другого ведомства? Еще раз, вы из другого ведомства, пусть другое ведомство мне присылает уведомление по почте. А что, по почте? Конечно. Присылайте по почте, оставьте почтовым ящике. Вы же знаете порядок. Ну вот и все. Вы довольны? Отлично. Представьтесь, пожалуйста. Вы находитесь в чужом доме. Вы пришли в чужой дом.